Добрый день. Ну вот сегодня первая работа. Грузим эти трава на мусор. И потом вот этот снег надо убрать. И вот этот вот. Двушка час. Это магазин светофор. Этот светофор я, в принципе, строил. Ну, вернее, работал здесь, на этой стройке. Все лето кабеля им копал, траншеи, воду подводили, дренажи делали. Вот. И вот сейчас вот первая работа. Потом еще три пятерочки будет. Три пятерочки. И все, наверное, на сегодня получается где-то 8 часов будет рабочих. Думаю, что вот так вот. Руками приходится, поддоны целые. Их ни хера же не может трактор взять. Ну вот еще что хотел сказать, заметил. Не люблю работать с КАМАЗами. Вот, Volvo, Scania, Isuzu, любая иномарка. Но только не КАМАЗ. Грузить удобно. Кун можно ложить на край кузова. Нихуя с ним не случается. КАМАЗ, не ложи кун, у меня все погнет, блядь. Камни мне не ложи. Они не высыпаются через задний борт. К КАМАЗу ты плотно не подъедешь. Здесь вот просто балансированным трактором упираешься в колеса. И все, не надо ничего. На КАМАЗе ты начинаешь играться. Близко не подъезжаешь, потому что можешь ударить ему в ресивера. Колеса там не торчат. Здесь кузов чуть уже. И получается, ты спокойно подъезжаешь трактором, ударяешься балансирами в колеса, уперся, да, даже не думаешь, типа остановился, как отбойник. И решетка ничего трактора не повреждает, ты спокойно высыпаешь. Ну КАМАЗ же это конченые нытики, кузов пробьешь, камни не ложи, они не высыпаются. Из заднего борта целый геморройщики с этими КАМАЗистами. Как КАМАЗисты приезжают, одно нытье у них, одно нытье. На любой иномарке не ноют, что своя иномарка, что хозяйская. Все работают беспроблемно. Еще что хотел сказать. Я перекинул шланги на челюсть. Раньше было вот так закрывание. Видите, теперь это у меня открывание. А закрывание у меня вперед. Видите? Открывается на себя. Зачем я так сделал? Для того, чтобы вы могли вот так вот одновременно делать и закрывание челюсти и опускание. Видите? То есть одной рукой. У вас кун падает, и вы закрываете челюсть. То есть эту чуть-чуть, эту дальше пальцами толкаете, и все у вас. А у вас было раньше наоборот, то есть работало. Но это неудобно. Мне показалось, и я перекинул шланги местами. Теперь у меня вот так вот. Заднюю включил, поехал назад, и одновременно вот так делаешь, он опускается и закрывается. Потом отпустил, все. Они закрыты и опущены. Чем хороша вот эта еще машина Volvo? Она ровно два ковша, понимаете, по ширине. Длина кузова два ковша. То есть вы берете и как бы с двух перед и жопу потом грузите. То есть два раза, да? А КАМАЗ, он, сука, полтора ковша. И, блядь, замучаешься, все это лишние проблемы. При подгрузке здесь что? Вот, все просто. Вы смотрите, сколько у вас... Смотрите в кузове, сколько загрузилось. И подъезжаете куда вам надо. Или в начало машины, или после середины в конец. Все. Вот, все, ты не запарь. Хочешь, положи, блядь. Нихуя этому кузову не будет, блядь. И, блядь, КАМАЗы, говна кусок. КАМАЗы это теплый навоз возить на прилисадебный участок. Для бизнеса фуфел полнейший, блядь. Вот он, магазин светофор. Сказали на 2 часа, в итоге уже 4 часа.
У меня еще другие объекты стоят, пятерочка. Я сказал, после 16 приеду. Вот не знаю, что им говорить. Блин. Засада какая-то.